Поверни назад. Оставь эту глупость. Ты оставляешь все и взамен не получишь ничего. А? Куда ты пришел? И куда ты идешь? Я пришел сюда из города Гибель. Моего города. И я иду в небесный город. Его царь велит мне идти. Царь? Я враг этого царя. Я ненавижу его закон и народ. Я здесь, чтобы погубить тебя. Берегись, Аполлион! Ибо я иду путем, который принадлежит небесному царю. Тихо! Приготовься умереть, пилигрим! Ибо я клянусь своим подземным царством, что на этом месте, где ты стоишь, ты оставишь свою душу. Я спал. Я видел сон. Сон. Носители света. История Джона Буньяна. Бетфорд, Англия, 1676 год. И что мы без фокусов? Что с тобой, друг? Простите меня. Я не знал, что здесь кто-то есть. Позвольте, я помогу. Со мной все в порядке! Правда? Ну, я же в тюрьме, разве нет? Да, мы в тюрьме. Это точно. За что здесь ты? За убийство? За кражу? Какое преступление свело нас вместе? За проповедь. Странствующий христианин. И что же ты сделал, добрый пилигрим? Не туда свернул? Заблудился? Нет. Я на правильном пути.
Проклятие, меня заперли с ненормальным. Видимо, Божий маршрут на небеса ведет через Бетфордскую тюрьму. Возможно. Тогда скажи мне, Пилигрим, возможно, я тоже выберусь из этой вонючей ямы! А ну тихо там! Я начну сначала, если вы согласитесь выслушать меня. Так ты еще и рассказчик. История — подходящая вещь, чтобы скоротать время. Рассказывай, Пилигрим. Мы с крысами вместе тут послушаем. Мое путешествие начинается в Элстоу. Это не так далеко отсюда. Да, я был в то время большим хулиганом. Просто бандитом. Давай сюда! Мальчики, перестаньте драться! Элстоу, 1638 год, 38 лет назад. Ах ты! Надеюсь, это будет тебе уроком, бестолковый Филипп Смит! Одежда разорвана! Никому не позволено меня бить! Даже не... Джон, блин! Ау, ай! Я вымою твой грязный рот раз и навсегда! Даже если это последнее, что я сделаю! Ни у одного из моих сыновей, ни одного из буньянов, какими мы бедными ни были, рот не будет похож на сточную канаву. Сейчас ты займешься работой по дому, или будешь выпорот. Что мне с тобой делать, Джон? Ты должен был заниматься работой по дому. А это ужасная брань. Прости, папа. Правда? Я обещаю, никогда не буду браниться. И говорить плохие слова. Я обещаю. Займись работой по дому. Да, папа, уже иду. Ну ладно. Но тебе нельзя будет играть до конца дня. Ты будешь сидеть в этой комнате. Ты должен подумать о своих действиях, Джон. Да, отец. О, Джон, что касается работы... Джон? Джон! Джон, бульон! Джон, бульон! Ха-ха-ха! Бежим! Своруем у мастера Бэванса сыру! Да, точно! Бежим к мистеру Бэвансу! Я причинил родителям много неприятностей. И, повзрослев, лучше не стал. Мы с дружками много чего натворили. Я был их главарем. Однажды один из них сказал мне: если бы не такие люди, как наш Джонни, то дьяволу в аду было бы одиноко. Я был бесшабашным парнем, но на самом деле я знал, что я плохой, очень плохой. Мысли об аде постоянно меня мучили. И ночью это было ужаснее всего. Я думал, что мне нужно измениться в лучшую сторону, начать что-то делать для других, служить какой-то цели. Мне нужно было что-то, что спасло бы меня от ада и дало мне место на небесах. И поэтому я сделал то, что считал самым жертвенным. Я вступил в армию. 1645 год. Лестер, Англия. Английская гражданская война. Это безумие! Зачем это нужно? Ради нашего народа и для блага нашей страны. А за что тогда воюют наши противники? А? За то же самое, болван. Они тоже делают это ради своей страны. Но в конце концов, братец Буньян, все мы просто убиваем друг друга. И из этого ада отправляемся прямиком в другой. Буньян! Что? Скорее беги гарнизоном! Сэр, я могу! Джон! Я побегу! Нет, я... Вперед!
Нет, подожди! Нет! 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 В тот день я понял, что на войне бок о бок умирают как плохие, так и хорошие. Но настоящая битва происходила в моем сердце. И тогда я страстно захотел мира. Захотел мира. Хотел, чтобы кто-то показал мне путь. Почему ты плачешь? Я очень боюсь. Боишься чего? Смерти. Я знаю, что, как и все люди, я когда-нибудь умру. А после этого предстану перед Божьим судом. И что бы я ни делал, я грешен. Я не знаю, что делать. Беги от грядущего гнева. Что? Куда бежать? Я... Видишь узкие врата? Я не могу. Пилигрим, смотри сквозь слезы. Видишь сияющий свет? Я думаю, что вижу. Смотри на этот свет и иди прямо на него. Там ты найдешь ворота. У ворот тебе скажут, что делать. На войне я лицом к лицу столкнулся со смертью и испугался. Да, я испугался, что умру и попаду в ад. И поэтому я стал стараться быть хорошим. Я старался, насколько это только возможно человеку. Я регулярно ходил в церковь, совсем перестал сквернословить, постоянно читал Библию, женился и начал работать. Никто во всей Англии не заслуживал попасть на небеса больше, чем я. И ничего. В моем сердце была пустота. Каким бы хорошим себя я ни казался, чего-то не хватало. Но Бог вел меня вперед. 1654 год. Возможно, найду здесь работу. Сегодня утром, когда я читала Матфея, мне открылось нечто замечательное. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. И я получила благословение от этого слова и почувствовала Иисус рядом. О, да! Простите, дамы. Добрый день, сэр. Если вы ищете работу, у меня есть пара кастрюль. Прошу прощения. Но это я хочу просить у вас помощи, госпожа. Что? Видите ли, я тоже считаю себя христианином. И я не из тех, кто подслушивает. Но должен признаться, я слышал, как вы говорите о Господе, как об очень близком и дорогом друге. Да, конечно. А как знаете вы его, дорогой лудильщик? Разве не так же? Я старался. Я... очень старался делать добро, слушаться Бога, как моего господина, бояться, чтить его, пытаться угождать ему, но для меня, уважаемые дамы, моя праведность выглядит как новый слой краски на очень старом здании. Я пытаюсь сделать то, что правильно, то, что хорошо, но... Сердце остается все тем же? О, пастор Гилфорд, как вовремя! О чем вы говорили, мистер? Буньян, что моя праведность похожа на новый слой краски на очень старом здании. Но вы... Да? Но вы, мадам, кажетесь мне новым зданием. Благослови тебя, Господь мой мальчик. Благослови. Вам нужно сложить свою ношу, Буньян. А, да, конечно. Нет, молодой человек, вам нужно... Мне нужно? Сложить свою ношу.
мы спасаемся благодаря праведности Христа, а не своей собственной. Ибо благодатью вы спасены через веру. Христос сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он ваш спаситель, мистер Буньян. Это значит, что Он спасает тех, кто не может спасти себя сам. И вновь скажу вам, друг, сложите свою ношу. Эта ноша есть у каждого мужчины и женщины. Я тоже несу свою. Ты освободился от своей ноши. Твое путешествие заканчивается. О, нет, дорогой друг. В тот момент, когда свет вошел в мое сердце, путешествие только началось. И я ясно видел, что нужно продолжать идти вперед прямо к свету. И что этот путь не всегда прост. Ай! Ноябрь 1660 года. Все. Теперь ты готов проповедовать. Прекрасно. Моя старшая дочь – лучшая помощница в Элстоу. И самая красивая, должен сказать. А ты, папа, самый красивый проповедник. Ты правда так думаешь? Да, самый красивый. Да? И мне не нужно видеть, чтобы знать это. Все, мы готовы. А где Джонни? Я готов. Я так понимаю, что пришел туда, куда надо, чтобы послушать незаконного проповедника. Если ты имеешь в виду проповедника-лудильщика, то да. Но ты не волнуйся. Мы собираемся каждый день, но власти нас ни разу не потревожили. Тогда я скоро увижу, живет ли он согласно тому, что говорит и пишет. А, его меч – это его перо. Ха-ха-ха! Живет своими убеждениями. Я жажду этого. Я устал от пустых проповедей официальной церкви. Тогда идем вместе с нами. Он будет здесь совсем скоро. Этот Буньян знает, что любая несанкционированная проповедь незаконна. Он виновен в нарушении закона о незаконном собрании. Стоит этому лудильщику-проповеднику сказать слово, и этого ордера на арест будет достаточно, чтобы положить этому конец. Отлучусь с работы. Я должен их предупредить. Джон! Слава богу, что я тебя нашел! Нашел меня? Чарльз, я иду проповедовать. Слушай меня, Джон. Сегодня ты не должен проповедовать. Что? Судья Харлингтона сегодня подписал приказ о твоем аресте. О, Джон! Если ты скажешь хотя бы одно слово... Я не буду распускать собрание по этой причине. Но, Джон, ты не должен! Папа! Мои дорогие, послушайте меня. Мы должны быть храбрыми. Нет, папа! Джон! Тш, послушайте. Как люди смогут сохранить веру, если их пастор не готов за нее пострадать? Что бы там ни было, я буду проповедовать. Ты же знал, что тебя арестуют. Это было безумием с твоей стороны. В Писании сказано: «Кого Христос освободит, тот истинно свободен». Придет время, когда вы не будете поклоняться в этом здании или в этом месте, но истинные поклонники... Джон Буньян? Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине! Джон Буньян! Писание говорит нам... Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека! Ваша проповедь незаконна! Вот ордер на ваш арест! Что он такого сказал? Будь храброй, моя дорогая! Джон! Да пребудет с тобой Бог, папа! Да пребудет с тобой Бог! Кто тебе сказал, лудильщик, что у тебя есть право проповедовать? Кто?
Писание, сэр. Неужели? В Писании сказано: «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». Сэр, вы же знакомы с посланиями Петра. Я судья, а не священник. Но как бы то ни было, у тебя есть право использовать этот... дар. В своей собственной семье. Иначе... Иначе? Довольно! Библия побуждает меня делиться истиной с другими людьми. Вы противоречите Божьему Слову. Ты не смеешь проповедовать! У тебя будет 3 месяца об этом подумать. В тюрьме. А потом ты решишь, желаешь ли ты подчиниться нашему решению, а именно посещать приходскую церковь и бросить свою проповедь и писанину. Если ты откажешься, то будешь изгнан из нашей страны, а если еще когда-нибудь появишься в Англии, то будешь предан смерти через повешение. Но... Таков наш вердикт! Уведите его! А как Бетти, Джонни, как они? У них все нормально. Джонни нашел еще одну лягушку и посадил ее в чайник. Сегодня он делает работу по дому. Папа, а когда ты? Я уверен, что скоро буду дома, дорогая. Я молюсь об этом. Я горжусь тобой, папа. Извините, маленькая мисс, но вам пора идти. Да, сэр. Лучше провожу вас до дверей. Мама и я придем завтра и принесем тебе еще бумаги для твоей работы. Да, это ему нужно. Он пишет днем и ночью. Согрейся, моя дорогая. Да, папа, ты тоже. Люблю тебя. А я люблю тебя, моя дорогая. Три месяца спустя. Джон Буньян, я пришел, чтобы спросить, согласны ли вы подчиниться законам этой страны и прекратить общественные собрания, которые являются незаконными? Если вы откажетесь, то останетесь в тюрьме. Каков ваш ответ, Буньян? Сэр, Господь мне свидетель. Каков ваш ответ, Буньян? Я не могу пойти против Слова Божьего. Бог сделал меня пастором. Как я пойду против его воли? То есть ты мог выйти отсюда свободным человеком, если бы просто согласился не проповедовать? Я знаю, что бы сделал я. Ты все потерял, Джон Буньян. Ты точно уверен, что ты на Божьем пути? Бог не обещал нам легкого пути. На самом деле, трудности бывают у каждого из нас. 1665 год. Чума в Лондоне. Господь, помилуй нас! Буньян! Что происходит? Это чума. Она распространилась по Лондону, и люди бегут в деревни. Мы не можем сидеть здесь и ждать, пока мы заразимся. Мы отпускаем некоторых узников домой. Домой? Нет, подожди минуту. Ты не должен покидать Бетфорд. Ты по-прежнему заключенный, но я могу тебе доверять. Буньян, когда все кончится, ты вернешься назад. Да будет Господь милостив ко всем нам. Чума погубила больше 100 000 человек. Гораздо больше, чем война. Так или иначе, в Бетфорде она коснулась всех. 1666 год. Я вернулся, как и обещал.
Рад вас видеть в добром здравии. Ты верен слову, Буньян? Я не сомневался. Как твоя семья? Они здоровы? А, да, конечно. У меня прекрасные новости. Я еще раз стану отцом. У Элизабет будет ребенок. И у меня хорошие новости. Тебе дали условное освобождение. Условное освобождение? Со всеми конфликтами в этой стране правительство часто меняет законы, смотря кто у власти. Ты свободен, тебе можно жить дома. Но берегись, Буньян, и помни, что закон может в любое время поменяться. Те, кто был до нас, любили Слово Божье и исповедовали, что они пилигримы и странники на этой земле, потому что ищут небесную Джон страну. Буньян! Да, это я. А я констебль. И это незаконное собрание. И это конец? Это и есть твое путешествие, пилигрим? Назад в эту грязную тюрьму на 12 лет? Честно говоря, Буньян, пилигрим, который не достигает пункта назначения, зря проделал свой путь. Мне кажется, ты ходишь кругами. Тебе лучше называть себя профессиональным заключенным. Ха-ха-ха-ха, возможно. Но многие люди постоянно носят свои клетки с собой, какой бы свободой они ни пользовались. Да, это верно. Я горячо молился и спрашивал Бога, зачем я здесь нахожусь. И когда я наконец понял свое предназначение, то слова в моей голове стали появляться быстрее, чем я успевал их записывать. И однажды ночью я увидел сон. Я был пилигримом. Я жил рядом с городом Гибель и не знал, куда мне идти. Затем я повстречался с человеком по имени Евангелист, который показал мне правильный путь. Далее я встретился с некоторыми противниками, и среди них были судья по имени «Ненавижу все хорошее» и ужасный Аполлеон. Господа Иисуса Христа, я тебе противостану! Пастор Буньян! Пастор Буньян! Что? Ты выходишь? Твой срок подошел к концу? О, нет! Когда закон изменился, и церкви была дана свобода проводить общественное собрание, свободная церковь выбрала меня пастором. Пока ты в тюрьме? Да, он идет проповедовать, говорит с людьми, а потом возвращается. Он честный человек. Приговор Джона еще не отменили. Понимаешь, у каждого пилигрима есть место отдыха. И Бог решил, что для меня оно сейчас здесь. А это плоды того времени, что я здесь провел. Я думаю, тебе понравится. Запомни, друг, с Богом ты никогда не будешь ходить кругами. Он всегда доведет нас до места назначения, независимо от того, каков будет путь. Вот идет воистину свободный человек. Кто может знать продолжительность своей жизни? Мне неизвестно, останусь ли я свободным, чтобы проповедовать Евангелие Христа, буду ли заперт в тюрьме или закончу жизнь с петлёю висельника на шее. Но каким бы ни был мой исход, если благодаря моей свободе или заключению, или смерти, хотя бы один человек придет ко Христу, моя жизнь будет прожита недаром.
будь то тюрьма или смерть, или свобода и жизнь, я буду свидетельствовать о моем Боге. И с дерзновением сердца я молюсь, чтобы когда этот пилигрим, этот путник придет, наконец, в этот великий небесный город, куда его призвал Господь, и его трудные шаги, его тяжелые испытания и временные неудачи могли проложить путь для других усталых путников. И пусть один твердый шаг за другим приведет их домой, к Богу. В конце концов, Джон Буньян был освобожден из тюрьмы в 1677 году. Говорят, что когда он принес рукопись «Путешествия пилигрима» к издателю, то сказал: «У меня здесь скромное сочинение». Возможно, Буньян был бы шокирован, если бы узнал, что «Путешествие пилигрима» стало самой популярной книгой всех времен после Библии. Эта книга переведена более чем на 80 языков. Ее читают и дети, и взрослые. Джон Буньян продолжал свою работу в качестве писателя, проповедника и пастора до своей смерти в 1688 году в возрасте 60 лет. Фильм дублирован телеканалом CNN в 2012 году.